Они никогда не слушают. Ты о чем? У Эскеля тут был контракт на самовилу. Отличная история. Сейчас расскажу. Только долей сперва. Моя печень. Это что? Мучильня. Одна часть спирта, одна часть белой голубки. Ну что смотришь? Ян ушла спать. Пора переходить к серьезным напиткам. Тогда давай еще по одной. Ну, до дна. Так что там? Что там с самовилой? Да вот затянул одного пейзанина танцевать. А тот нет бы обрадоваться, что живым ушел. Любился в нее по уши. Хотел, чтобы я ее поймал. Я отказал, он пошел сам ловить, рыболовный сетью. Думается мне, они до сих пор по стерне мазурку пляшут. Отличная история. И с моралью. И что за мораль? Держись подальше от опасных женщин. Ладно, сменим тему. А что, не хочешь признать, что я прав? Ну, как знаешь. Не умничай, наливай. Холодно тут, как у ледяного великана в жопе. Господа, сейчас вернусь. Пасу и вернусь. Вы с Ламбертом ладите? Пожалуй. Я просто привык, что при нем не стоит говорить о некоторых вещах. Их, наверное, целый список. Ну да. Здорово. Молодцы. Развлекаетесь, значит. Алкоголь, должен вам сказать, злейший враг ведьмака. Откуда ты выкопал этот чипчик? Из сундука Весемира. Писк моды 1112-го. Старик, небось, в нем по девкам ходил. Или, как тогда говорили, кадрил мамзелей. Мальчики, ведьмачья работа — это вам не карты и выпивка. Это тяжелый труд. Не нам лопочут младенцы, не нам. Ладно, ладно. Нам и одного Весемира хватает. Снимай, пока не испачкал. И наливай. Ох, и налью, Эскель, налью до краев. Потому что без водки ты сухой, как щитовод в гипсе. Эй, давайте устроим что-нибудь веселое. Что, тебе с нами скучно? Нет, просто все как-то... Неспешно. Красавчик прав, слушайте. Меня ксенфуртский студент научил одной игре. Что? Говоришь, я никогда не, и продолжаешь как угодно. Тот, кто это делал, пьет до дна. Потом следующий то же самое. Ну давай попробуем. Начинай. Я никогда не... не спал с суккубом. Вот так-так. С Геральтом-то все понятно, но ты... Эскель, Эскель, вот уж в тихом омуте. У меня слабость к рогатым женщинам. Ладно, моя очередь. Я никогда не просыпался после попойки в одних подштаниках. С Ламбертом все понятно, но ты... Что сказал бы папочка Весемир? Думаю, папочка Весемир тоже бы выпил. Ладно, Геральт, твой ход. Я никогда не... Никогда не принимал фишки. Эскель, ты серьезно? Однажды с тем суккубом. Ладно,
Господа, давайте заканчивать, а то я вам в глаза смотреть не смогу. Водка. Водка кончилась. Сгоняйте за добавкой. Я уже ходил за жратвой. Ладно, схожу. Кухнешь сам? Ламберт, послушай, я тебя чем-то раздражаю. Меня? С чего ты взял? Ну, мне так кажется. И знаешь, ты же мне как младший брат. Глупый, вредный, но брат. Вера, сука, я еще раз плачу. Иди сюда. Так, холера разбилась. Хорошо, хоть пустая. Где Эскель? Долго его нет, надо бы его поискать. Это работа для Весемира. Не начинай, и сними уже эту шляпу. Куда этот молокосос подевался? Может, он того? В опасности? Тогда мы идем на помощь. Пинчуга, вылезай! Я вино разлил и влез в него. И ты встал на колени, чтобы это увидеть? Если бы я нагнулся, меня бы вырвало. Эскель! Пинчуга, вылезай! Эскель, давай, давай! Эскель! Пинчуга, вылезай! Эй, слышишь? Как дыхание раненой виверны? Лера, значит, по-моему, он поранился. Ага. Эскель где-то здесь. Держись, брат! Мы идем! Эскель! Пинчуга! О, вот же он. Со своим верным звоночком. Эй! Эскель! Подъем! А? Что? Что случилось? Набрались мы в три жопы. Вот что случилось. Вставай, пошли пить. Оставьте меня. Я сейчас сблюю. Стоит нам втроем собраться, всегда этим кончается. Значит, надо найти четвертого. А еще лучше бабу. Кроме Йен тут никого нет. Ее лучше не будить, поверьте мне. А что та чародейка, с которой ты говорил? Ты подумай. Мы... Включим мегаскоп, пригласим ее вежливо, а она к нам телепортируется. Может, и подружек прихватит? Ну, что скажете? Ламберт, ты гений. А то. Приглашаем ложу на вечеринку? Да, сука, приглашаем! Так. Как это работает? Ну, тут покрутить, там повернуть, а потом надо сказать что-нибудь по-эльфски. Говно вопрос. Ну, за дело. Стойте-ка, когда эта Ида нас увидит, мы ее напугаем. В смысле, на магичек-то мы не похожи. Я знаю. Переоденемся в платье Йеннифер. Сумки ее там. Ты что, это собрался надевать? Заткнись, умник. А то так корсет затяну, что все штаны засрешь.
Эскель, сейчас будешь весь в в мишуре. Только никому не рассказывайте, ясно? Никому! Она столько барахла натащила, я уж решил, она тут жизнь собралась. Не пугай Геральта. Да, да! Будто на тебя шили. Тесновато только. Одевай, давай. Не, не это. Оно тебе по фигуре не подойдет. Эскель, холера! У тебя ж талия осиная. А ты сам осина. Ну ладно, давайте уже. Я в этой штуке еле дышу. Так. Я буду говорить, а вы двое занимайтесь кристаллами. Кадмил, блядь, хойна. Фокус-покус, чармары, арсблатана. Что это? Кто там? Я очень извиняюсь. Мы ошиблись. Стража! Бумага кончилась, ваше превосходительство. Не ты, баран. Ложа! Ложа хочет меня убить! Надеюсь, у вас есть объяснение происходящему? Очень хорошее объяснение. Иди в кровать. Сейчас же. Дурацкий сон.